В Тюменской области запущена горячая линия для семей мобилизованных граждан. Об этом сообщил губернатор Александр Мор в своих социальных сетях. По номеру телефона 8 800 201 41 41 в любое время суток можно позвонить и получить консультацию психолога бесплатно. Кроме того, в регионе готовится к открытию сеть центров поддержки родственников. Туда можно будет прийти лично, а также пообщаться с психологами, юристами, волонтерами, специалистами по социальной работе и финансам. Они расскажут о льготах и ответят на все вопросы. Александр Мор подчеркнул, что по его поручению сейчас прорабатывают дополнительные социальные меры поддержки семей тех, кто был призван по указу президента о частичной мобилизации.